What is happiness for you? Доброго времени суток. Очень интересное видео мне прислали монахи из монастыря. Вот так готовится вешенка в монастыре. Это Костя. Костя, привет. Если будешь смотреть видео, тебе привет. Это Кирилл. Значит, главное, что на этом видео, то, что готовится на этих дисках, это вешенка. И еще что скажу, что такая модификация вот этих дисков, я впервые увидел ее в монастыре. Обратите внимание, такие штуки, такие приспособления вам очень пригодятся где-то на даче. Это просто чудесный такой вот, как назвать, прибор или приспособление для приготовления еды на открытом огне. Как видите, если она перегревается, ее можно просто взять за эту ручку и переставить в другое место. Если нужно опять что-то готовить, то продолжаем готовить на том же огне. Вот такая хорошая модификация вот такого прибора. Вот готовится вешенка. Такой нестандартный способ приготовления грибов с нашей и еще другой помощью получилось вырастить нам грибы в монастыре. Вот хотелось со мной поделились вот таким вот интересным видео, как они готовили первый урожай. Это, как видим, вешенка готовится с луком. А вот таким вот образом. А на другой такой вот сковородке, как видим, готовится вешенка без лука. Вот. Поделились со мной, я делюсь с вами. Костя, еще раз привет.